И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И... Да, короче, я не знал, что сегодня за пиццу, потому что... серию нужно выпускать, серию пропускать нет смысла. За кадры времени не было. И... сегодня пойдем за дробовиком. Точнее, за поиском хорошего дробовика помпового. Точнее, рецепт на помповый дробовик. Соответственно, пойдем по поверхности. Я глянул, что сейчас опять период, когда ночь длинная. И это как раз мне поможет совершить, так сказать, это действие. Продолжаю болеть, поэтому состояние очень отвратительное. Надо по элементам сгонять, я что-то не гонял по ним. Да. Как раз... эй, что ты? Как раз сгоняю за элементом, все активирую, и наступит, я думаю, ночь. Посмотрим. Ха, не сгоняю. Оказывается, я перед уходом, точнее, перед выключением, в прошлый раз все дело зарядил. Да уж, беда бедовая. Вот в чем-то есть плюсы в локалке, а в чем-то это огроменные минусы. Ожидать приходится очень подолгу. Ну да, бог с ним. Бог с ним. Ладно, подождем тогда вечера, и я полечу убивать и добывать. Да. О, блин. Я даже здесь потолок нашел. Решил просто погорцевать и, ну, время не терять, и здесь по лучам погонять. Решил подняться наверх, посмотреть, что это как где, и даже здесь нашел потолок. Ну, ёшкин кот. Я везде найду потолки. Потолки до стены. Ну, да бог с ним. Поищем, может, что найду все-таки. Че зря время-то терять ждать. Так, вроде как уже темнеет. Я решил посмотреть другие поверхностные места. Ну, типа, камон, чё, на... только в одном месте побывали, по сути, на поверхности, а в других нет. Ничего не нашел. В смысле, даже крытов не нашел. Вот такие вот бывают. Фигня. Сейчас сначала я... стой здесь. На своей жопе поверю. Ну да, я здесь уже подгорал, так что все нормально. Так, чувак, погнали. Ну, ну, садись. Свет. Отлично. Полетели. Что-то я только забыл, а мы здесь летали или не здесь летали? Хм. В целом мы можем проверить. Да, походу я все-таки летал здесь. Ты чё, дурная? Свет, говорю. Лично. Седло на мега лазавра. Пошел ты. Да, мы походу летали здесь, так что нужно было сейчас к другому выходу вырваться. Или здесь я просто пешком горцевал? Не, ну так далеко бы я пешком точно не прогорцевал бы. Ну да, это я точно гонял здесь. А значит, сейчас к выходу номер два сгоняем. Просто мне было интересно, что за луч здесь, а здесь луч говна. Ай, ты ж, я опять в эту собаку залез. Значит, выход номер два. Так. Это тот выход, где там... этот... яд или что там глушит, короче. А вот этот... оп. Там, где я пытался первый раз выбраться. Пешком. Так, погоди. Во. Да, отцепись ты, во. Отлично. На контр нажал. О, сикера. Это надо отрубиться, я думаю. Ну, погнали. Погнали, посмотрим, что-то у нас сразу лучи. А, сарказух. Не оно. И Барионикса. Ну, кстати, прикольно. Седло, легендарка, все дела, но тоже не оно. Но их нужно бы залутать. Но мне стало интересно, что тут вообще, как это...
Блин, все-таки насколько это красиво сделанная карта. Ух, там. Стоять. Включаем свет. Наземный король жнет. Чтоб вас. Не-не-не, отвали. Отвали. Фу, показалось, что это голова. Так. Так. Эти лучше фигня. Но сколько же все-таки здесь терминал прикольный. То есть вот это вот место обелиска. Кстати, да, только их залутал. Ну, голову убери. Голову убери. Только залутал, и сразу же стали лучи появляться. Но, по ходу дела, здесь их всего два дропается. И я бы так сказал, это удобно. Давай посмотрим, что здесь. Здесь репликатор можно создать. Что данные. Рокула нельзя вызвать? Хм. Интересно, то есть Рокула можно только через тот терминал внизу вызвать, что ли, так? Хм, интересно. Блин, как все-таки классно. Погнали посмотрим лучи, что у нас в этом луче. Маскировочные штаны, ну допустим, допустим. И что у нас в этом луче? Металлическая кирка и хитиновые штаны. Но не очень-то и хороший луч, я бы так сказал. И, кстати, меня бесит, что Дрейк не качается на жнецах. Странный долбанный баг. Не знаю, с чем он связанный, но баг долбанный. Кстати, с колечком даже. Ну, посмотрите-ка, понятно, почему аж два легендарных блюпринта. Но... О. Хорошие, конечно, хорошие. Особенно кирочка мне прям очень сильно нравится. Но в целом все говно. Ха! Это не то, что я хочу. Так, из новых лучей это хитиновый нагрудник, маскировочные перчатки, блюпринт. И вот этот еще не появился. А, нет, вот, примитивный пистолет, блюпринт и арбалет. Да. В общем, здесь лутать есть смысл. То есть, как бы здесь пару точек, где они дропаются, и то есть далеко бегать не нужно. Но, сами понимаете, перспектива от этого не очень-то. Ну, в смысле, в том плане, что выгоды мы получаем отвратительно мало в этом плане. Погнали в правый верхний уголочек. Да ты серьезно? Сикер, ты что, дурной творишь? Я ж испугался. Вроде думаю, Дрейк, это не слышу, что за фигня. Выход 3. Погнали. Так, выход 3. Здесь тоже ни разу не выходил. Здесь вот проложил дорожку зиплайна. Блин, вот это вот дым меня прям напугало. Думал, что-то может горит, что ли, все. Что за фигня? Так, 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 так. О, так еще 9 утра всего лишь. Фу. Честно, я вот сюда бежал и переживал. О, жнецов услышала. Так, отлично. Здесь мы еще не тусовались. Ну, погнали, посмотрим, что где-то как. Здесь уже тем более лучик приземленный. Нет, не приземленный. В смысле ты не приземленный? Ой, да идите вы в баню. Остались вы мне больно. Да ты серьезно, что ли? Ну вот что ты за создание? Уйди отсюда. Дурной. Дурной. Маскировочная маска, блюпринт. Не очень, не очень. Погнали дальше. Кстати, если так подумать, то предыдущий в том углу терминал как будто бы верхушка отломана, а здесь от терминала как будто бы низ отломан. Но по факту это просто он приземлился и в этот... в землю воткнулся, а тот, наоборот, сломался полностью. Ну вот я забрался повыше, чтобы увидеть получше, и что-то здесь вообще все плохо. Здесь реально вообще все плохо, здесь нету ничего. Ну лучей-то не видно. Сейчас, конечно, я по карте погорцую, но один луч всего лишь. А взлететь? Серьезно вот это вот? О! Что там сделал вид, что летит и все. Офигеть!
Я лучей не вижу. Может, это боголи и не прорисовка. Но это ужасно. По факту, то, где я первый раз гонял, это самый лучший вариант. Что ли? Мне это не нравится. Ну, потому что я люблю по разным местам ходить, а здесь те же самые места. Я думал, здесь что-то интересное будет. Здесь нифига. Погнали. Как же, черт побери, красиво. Но я вижу тот синий луч, а больше ничего не вижу. Это реально, здесь ничего нету. Твою мать. Реально, в том, где я первый раз тусовался, самый лучший вариант. Ну что поделать, придется туда, походу, делайте. Как бы, да, просторные локации, но лучей нету. Вот, видишь, уже стенка, все. Офигеть. Не, ну вообще-то это было сейчас обидно. Осознать того, что я, можно так сказать, потратил время. Да уж. Ну окей, что поделаешь. Давай, давай. Так, быстрее перемещаться. Кстати, вообще здесь не поймешь, где вверх, где низ. Как далеко я от земли отпрыгнул. Кошмар. Кошмар. Непривычно так. Вообще прям непривычно. Не, вот отсюда вид намного лучше. Вот он, поломанный этот. Одна из стойка. Собственно, стойка арка, которая держит весь этот купол. Купол держала. И вот все. Защитный слой убран, и все дела, бла-бла-бла. Блин. Все-таки насколько продуманная собака эта игра. Онлайновая игра. Ты дурная птица. Лети, пари, блин, во. Онлайновая игра. Но играть в соло здесь и на локалке не менее интересно. Это клево. Это клево. Разведаю всю карту просто. Чтобы уже отсюда уйти, не возвращаться сюда нафиг вообще. Ну потому что реально смысла здесь тусоваться нету. Вообще. Ну-ка, пролечу сквозь. Не пролечу, но и зацепиться за него не могу. Хм, прикольно. О, заметочка. Увидел вот этого-то. В общем, заметочка здесь тоже есть. Прикольно. Вот, это я понимаю, территория. Только зашел, сразу же увидел три луча. И первый луч радует дробовиком. Но жаль не тем, не помповым. Опять вот тут. Почему помпового нет? Ну хочу помповый. Так, свет. Сейчас будет драка. За кадром. Обалдеть. Это второй луч. Это второй луч, который здесь находится. Едите его. Так, у тебя там сколько хп? Так, точно ты полный. Обалдеть. Иди отсюда. Не до тебя сейчас. Отстань. Уйди. Спасибо. Так. Давай, 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 давай. Что у нас здесь? О, 421. Супер. Мне это однозначно нравится. Блин, эту песню слушал. Это мне музычка нравится. Вот это я понимаю. Кстати, да, я сменил музыку себе. Может, это мне помогло. Потому что сколько я тогда потратил времени на это. И толку было ноль. А тут, да. Еще и под такую хорошую музыку. Она мне однозначно нравится. Исполнитель все тот же, как и всегда, который у меня написан под всеми роликами в описании. Классные песни делал, музыку делает. Ну, точнее, он делает каверы. Надо... Ух, металлический нагрудник. Это ты тоже мне в тему. Давай, иди сюда. Конечно, не блюпринт, но... А чё я хочу? 707. О, это неплохо. Это неплохо. Так, давайте посмотрим помпарь. О, прочность 1000. 1000 прочность.
Это, конечно, не хорошо и неплохо, но зато урон 421. Можно сделать два таких и не париться, как бы. На тот случай, если сломается, не сломается, я про это имею в виду. Ох, отлично, отлично. Пампоречек, это здорово. Значит, что, я уже могу, по сути, на Гамора-Кола тогда идти? Угу. Как я уже сказал, я хочу сходить, все-таки попробовать сначала на Гамора-Кола сходить. Ну, чтобы элемент добыть. И... Да идите вы, парню. А что там? Ублюдки. Мать вашу. Отстань. Да, я думаю, я тебя убил. Не видно там было. Окей. Сдох и сдох. Вот. Я хочу сходить на Гамма-Рокулу для того, чтобы добыть себе элементы. Для всяких плюшек. Так, вырубайся. Я просто хочу глянуть, что у нас здесь. Ай, ты пошел ты в жопу, ублюдок. Ладно, идите сюда. А подожди, иди сюда. Иди сюда, подходи ко мне. Раз на раз, сейчас я вас... Дрейка надо вырастить сначала. Дрейка надо вырастить сначала. Вот этим я сейчас и займусь, наверное. Время есть будет у меня после записи. Ну, там, серию выкладывать и так далее. Да, все то же самое, ничего нового. Ну, просто хотел проверить. Буду серию монтировать и так далее, и вот это так далее, все вот это вот выкладывать. Я сейчас записываю, и по сути я серию сразу же буду выкладывать. Надо будет Дрейка за этот период вырастить. И можно будет пойти на металлический топор с титулом на саркозуха. Ну, тоже неплохо для разборки, к примеру. О, добрый вечер. Подожди, подожди, подожди. Блин. Погоди. Погоди. У меня аж есть светопушка. Или светомет, ну там. Как он обзывает? Как я только это говно не обозвал? Светомет. Блин, надо же ее заюзать. Погоди. Погоди. Я что, зря ее делал? Погнали. 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 Так, вырубайся. Иди сюда, ублюдок, мать твою. Ах ты мелкий тварь! Не тебе! Так, мне не нравится это. Света, мелт. Ну-ка давай поддержим тебя подольше. И что ты даешь? Да ты ублюдок! Ты ничего не даешь! Вот лампаду дает. Серьезно. Он просто стопает по факту. Ой, господи, я подумал, отпать что ли. Так, ты вообще там стреляешь? Стреляет. А толку ноль. Ну, ясно. Блин, еще за альфачами же надо тусоваться. Альфа этот базик. Во. А на вас как он действует? Чё-то, короче, он это... Сломался, что ли? Айди, впали нафиг все! Долбали! Моя тут пушка сломалась. Ну? Она не работает. Так, по ходу дела придется рискнуть своей жопой и слезть с седла. И так проэкспериментировать. Так, ну-ка иди сюда. Ага. Ты светишься, отлично. Какой мощный фонарик. Так, лампадок, вырубайся. Так, подожди, сначала время глянем. Время еще есть. Ночь, день, ночь не меняется. Ага, день, ночь 50%. Черт! Так, ладно. У меня есть другая идея. Погнали на выход 4, там у меня есть жнецы.
Так, отлично. Королева рыжница. Ты, мать твою, за ногу, иди отсюда. Страшно-то как. Для чего она вообще нужна? Ой, матерь божья, какая ж ты жирная. Да нифига себе. Ты чё, шипастый дракон, что ли, так пуляться? Не-не-не-не-не, я с тобой не хочу с тобой играть пока что. С тобой играть я буду потом, когда это... Когда придет время. А-а-а, дурной. Ты смотри, еще кидается своими... этими... шипами. Да ну тебя нафиг. А, подожди, отсюда я не пыхнусь. Да база нафиг, короче. Короче, одно я точно могу сказать. Я без понятия, как пользоваться светометом. Этим сраным говном. Ну, фонарик. Вот и все, что я могу от него сказать. Ну, стоячий фонарик, который светит куда-то. Как прожектор. И все. То есть, возможно, он им не дает подойти и все в таком духе. Типа, вот так он освещает местность. И, может, они жнецы сюда не подойдут. Возможно, но... Да уж, короче. Короче, если знаете, как им нормально пользоваться, пишите в комментариях. Я не знаю. Но, что самое главное, это мой... оружейный набор пополнился на хорошую штуку. О, кстати, ботинки! Ботинки металлические, я только что заметил. Я металлические боты залутал. Обалдеть, а подожди, а что у меня вообще есть? Что у меня есть по набору? Голова, ноги, вот, перчаток только нету хороших. У меня нету хороших перчаток. И все. И все, по сути, я собранный, набранный, и все в таком духе. Неплохо, 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 неплохо. Но самое главное, я сделаю хороший помпарь, и это уже будет хорошо. Все! Этим будем заканчивать. Мне еще серию надо монтировать и выкладывать. И на все это просто у меня 2 часа. А, если в серии получилось не очень, так и пишите. Если, ну, как обычно, тоже пишите. И все, все, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока. Вот, я вот это вот забыл сделать. Во, все. Пока, говорю, пока. Пока.